Я думаю, что вменяемые люди в Крым как не ездили, так ездить и не будут. Принудительно туда можно, конечно, отправить людей, но потом, когда они вернутся, посмотрим, что они будут рассказывать. И поедут ли они туда по собственной воле когда-нибудь еще. Однако ничего, к сожалению, я так предполагаю, наша страна не получила после присоединения этих чудесных территорий.